Привет. Привет. О, я тоже как раз кофе пью. Стенка. Все подмечают, я думаю, да? А ты тоже? Четко. Приятного. Взаимно. Спасибо. Че, тебе что-нибудь можешь спеть, пока пьем? Давай. Кого из исполнителей слушаешь в телефоне там? Чаще всего Мияги. Почему-то. Вау! Круто! Прям все-все-все песни знаешь? А давай вот эту, которая была хитом. Так, голос садится уже. Моя дикая Кассандра, игривая падра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями седины будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая падра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верил аллегориями седины будут эти пираты. Нарекали тебя накормленные бредом моя я. Ты на сон грядущий бедлами любима, так и знает толеродными родимыми, хранимы про запасы, угнетенными сердцами выспевал сбитый бат. Так здорово просто. Там так... Спасибо, читка идет. Я такой, блин, только бы сейчас не ошибиться в словах и что-то там заживал. Ты просто талант, серьезно. Я реально не слышала давно таких людей, которые прям вообще персик. Да, персик. Вау, это лучший комплимент за сегодня. Короче, есть инфа для тех, кто хочет на халяву получить японскую электрогитару Fernandes FR55. Для этого нужно с 1 по 30 ноября на сайте Skiff Music сделать покупку от 2000 рублей всего лишь. И ваш номер заказа будет автоматически лотерейным билетом. 15 декабря будут подведены итоги, и, возможно, ты станешь обладателем данной электрогитары. Все подробности в описании под видео. Погнали дальше. О, сыграешь нам? Ты же не франкер? Нет. Чего вам сыграть? Хорошую песню, веселую. А, любую? Может, есть любимый исполнитель или нет? Кош? Не. Не. Уже все устарел. Давай, какую знаешь? Ну не знаю, сейчас вот такая вот песня выходила, смотри. Типа вступление там. Она бизнес-вумен из Москвы. На ней сидят строгие очки. Она бизнес-вумен из Москвы. Она считает цифры, дай мне свои циферки. Она бизнес-вумен из Москвы. Она... Вообще прикольно, супер, 10 из 10. Спасибо. Я вот честно, вот до того, как вас встретить, чуть-чуть вот посмотрел, как спеть эту песню. Ну, в смысле, подобрал и все. Я ее не знаю целиком, но типа сейчас современные песни очень легко подобрать, имеется в виду. Кто поет? Слава Марлу. А, ого, первый Ну, раз типа, слышу. но это на этой неделе вроде вышла только песня. А, Вы ну, что, ладно, первый раз. где находитесь-то? Мы в Казани, а ты? Ё-моё, наконец-то попал на Казань. Реально, ты Я... тоже в Казани? Да. Ого. Охренеть, да. Привет. Можешь сейчас на гитаре сыграть? Да, Можешь сейчас сыграть? могу. Могу. Кого предпочитаете-то? Кого слушаете? Порно фильмы давай. Oh my. Порнофильмы? Не надоело Да. еще? Ну давай попробуем. Сейчас надо достать эту ноту. Она очень высокая. Погнали. Дайте мне белые крылья, утопаю в омуте. Через тернии провода, небо только б не мучиться. Точкой мало.
косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Очень классно, очень. Спасибо. Молодцы, что хорошую музыку слушаете на самом деле. О, привет. Привет. Студентки? Нет, конечно. На каком? На 10-м курсе уже. Старички уже, старички. Да, да. Просто футболки большие. И типа, я подумал, видимо, студентки. Конченый, что ли? Понятно. Логика, логика. Логика, просто. Да. Ты играть будешь или нет? Я просто так для виду тут гитара. А, ну для вида, чтобы типа круче выглядеть. А, это не шарите, что? Действительно придает крутость. Ну, надо только нормально его поставить, чтобы прям так пафосно было. Вот так, наверное, да? Так. Вообще что-то. Прям круто. Погоди, я тут все сломал. Ну что, как круче выглядеть-то? Вот так типа? Да, да, вот так. Вот так круто вообще. Вот так? Да. Что бы еще добавить? Наушники, а если... это такие большие наушники такие. А-а-а, вот такие? Вот такие? Да, вообще. Это было... Блин, они мне не идут, если честно. Ну давай, ну так что ли, типа? Во, вообще круто, во. Как лошара? Ну типа да. Ну типа, нормально. Можно. Может подцеплю девчонку. Можно еще вот это добавить, я думаю, типа такой, этот фотограф. Все сразу. Да. Да. Не, надо просто присесть красиво вот так как-нибудь. Нет? Это прибор, слишком много аксессуаров. Слишком... Не-не-не, я понял, что я взял этот габарит? Айфон! Вот так, нас сидит, типа. Не? А, ну да, уже не удивишь 11-м. Ну, позорище! Был бы еще 12-й, ой, 13-й, да? Еще круче, когда, конечно, чувак играть умеет. Но я могу попробовать, если хотите. Давай. Только что будем пробовать? Что-нибудь. Медлячок, чтобы ты заплакала. Не устала от этой песни, что ли? Я? Нет. Какая-то песня. Ну, РЛСП. Мне нравится. Ого. Ничего себе ты. Ну, типа, старые вот эти песни, там, типа, как ты, там, типа, отброс, там, не знаю, монеточка. Я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на песке. Или прийти уже все-таки к Богу, не стесняясь дырки в носке. Хочу днями глядеть на капризное солнце, на небесную синь облаков кудрявый парад. Ты улыбаться, когда засмеется нерожденный мой сын, будто я ему рад. Ведь я просто тело, что тупо болит. Тело, нелепое тело, что тупо болит. Я бы снять сигареты и развеяться пеплом по ветру, или просто лучиком света и сиять. Но, блядь, не верится в это. Ну, не знаете вы песню, так нечестно. Круто, очень классно. Нереально. Прям круто. Спасибо. Ну, жаль, что вы песню не знаете. Я только припев знаю, типа, вот тело просто что-то... А-а-а. Какой цвет, кстати, у тебя телефона? Золотый. Желтый? Да. Я тоже белый. Ох ты. Ну-ка. Я его еле нашла. Вот. Крутой. А еще знаете желтый, что у меня есть? Точнее, больше бронзовый. Вот. Я говорю, что-то вот прямо есть. Что-то да. Кстати, большое спасибо, что слушаете наш новый альбом «Время юности». Набрали уже свыше 150 тысяч прослушек. На несколько песен из альбома мы выпустили линейку мерча на сайте artslandshop.ru. Поэтому, если хотите закупиться классной одежкой или сделать кому-то подарок классного качества, заходите на сайт по ссылочке в описании. Напишите в комментариях, какую песню вы бы хотели услышать в следующих выпусках. Возможно, если мне что-то из этого понравится, я исполню. Не забудьте подписаться на канал, потому что ожидается очень много гитарных и баянных чат-рулеток. И, конечно же, лайк, если понравился выпуск, я очень старался. Всем до скорых встреч!